Всем привет, с вами SteveProи сегодня мы покажем тюб в Майнкрафте Pocket Edition 0.13.0. Ну, для тюба нам понадобится построить портал и взять вещь, которую мы будем тюбать. В данный момент у меня будут золотые яблоки. Но для тюба нам понадобится выкинуть вещь в портал. Так, я кинул криво, теперь кидаем прямо, да? Вот, все, они нас телепортировали. Теперь сами мы встаем в портал и телепортируемся в ад. Все, мы берем наши яблоки и быстро выходим в главное меню, после чего заходим обратно в наш мир. И, как видите, яблок стало у меня в 2 раза больше. Яблок было у меня 5, а стало 10. Если мы еще раз зайдем в мир, то такой дюб уже не сработает. Нам придется еще раз перезаходить из ада в обычный мир. Вот, давайте сейчас обратно телепортнемся. Вот. И теперь еще раз кидаем наши яблоки. И заходим в портал. Вот, берем наши яблоки. Их 10. Выключаем. Заходим обратно. И видим, что яблок у нас стало опять 2 раза больше. Их уже 20. Ну что ж. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.